С 25 марта по 3 апреля в Солигорском районе проходит профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В прошлом году у нас произошло 4 аварии, 2 из которых оказались смертельными для мотоциклистов. 3 человека были травмированы. В апреле начинается активное движение мотоциклов, байков, скутеров и мопедов. Перед началом мотосезона сотрудники ГАИ посетили класс, где проходят обучение на категорию А. Напомнили будущим водителям о соблюдении скоростных режимов, обязательном использовании защитной экипировки и взаимоуважении на дорогах. На сегодняшний день дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами у нас не зарегистрировано, но уже 26 человек привлечены к административной ответственности, 6 из них были без прав на управление мототранспортом. Кроме того, в этот период запланированы отработки мест проведения развлекательных мероприятий и мест отдыха, особенно в вечернее и ночное время. Несмотря на ухудшение погоды, многие мотоциклисты уже открыли сезон.